Друзья, сегодня хочу вас поздравить с первым днем лета, с днем защиты детей. Привел сейчас как раз ребенка в садик, и сейчас вам покажу, как здесь отмечают этот красивый детский праздник. Вот наша группа. Напомню, это садик, который находится в чай-совхозе. Это обычный садик, государственный, так сказать, да? Он сам двухэтажный, есть вот такая вот территория игровой зоны. В каждой группе своя зона игр. Детские площадки, все обновлено. Вот наша площадочка. Вот это. Но мы с вами все равно поднимаемся наверх, потому что там происходит праздник. Что мне нравится, здесь все, конечно же, утопает в зелени, как положено. Смотрите, шарики тут развесили. Ну и самое интересное то, что они с утра делают всегда зарядку. Танцы. И вот вы сейчас будете свидетелями этого, так сказать, праздничного шоу. Но они всегда так это делают. Только сегодня, посмотрите, детишки все нарядные. Все украсили такими красивыми шарами. Какие-то из детишек вот здесь делают зарядку. На самом деле вот воспитательницы, которые так к детям относятся, дарят действительно хороший, классный позитив. Вот с утра прям идешь, у самого настроение поднимается, потому что у нас в детстве такого не было. Я родился в Воркуте, это 9 месяцев зимы. Конечно, вот это вот мечта для моего ребенка, чтобы вот так у него проходило детство действительно. Веселое, солнечное, праздничное. И это, друзья, не частный детский садик. Это обычный садик государственный. Это их любимая песня. В принципе, не знаю. Это сейчас, нет? Здесь у них будет, наверное, какая-то еще тематика. Это еще украсили как шарами. Ну, скорее всего, утренняя зарядка у них закончилась, разбегается. Все утопает в зелени, все пахнет, даже пальмы растут. И вот так вот встречают детишек. Приходите в парк. У нас там танцы сегодня. Пошли. Пойдемте. А кто еще идет к нам? Какой мужчина серьезный. Он любит конфеты. А конфеты кто будет? У меня конфеты будет. Мне нравится, что здесь есть где с утра припарковаться. Места хватает. Это равнина. Вот такой вот сегодня солнечный день, друзья. Праздник, в принципе, лето, праздник День защиты детей. Всех вас еще раз поздравляю, друзья. Ну и всем пока.